Этот отель будет в исторической зоне города с современным интерьером, международными стандартами сервиса. В нем планируется разнообразие номеров различных категорий, стандарт, повышенная комфортность, полулюкс и президентские апартаменты. В самом центре предполагается, что организовать спа-центр, гостиницы, включает бассейн, финскую сауну, турецкую, парную, комнаты отдыха, тренажерные залы. По усадьбе Гольских подход может быть только такой. Если речь идет о строительстве гостиницы, под гостиницу нужно найти место, да, отдельно. Есть желание создать парк, давайте обсуждать, где появится парк. Если такое видение появляется в рамках реализации проекта по усадьбе Гольских, то у вас тогда видоизменится профиль самой гостиницы, потому что там застройка максимум полтора этажа. Выше усадьбы Гольских там зданий не будет. В лучшем случае это храм. Да?